Good morning, dear students. How are you? How are you today? Today our new theme at page number 61 and 62. New words. Доброе утро. Сегодняшняя наша новая тема на странице 60 и 62. Проходим словарные слова и читаем диалог и песенку. Ха. Посмотрите на словарные слова. Ха. Волосы. Eyes. Глаза, уже во множественном числе, да, так как глаз у нас два. Eye – это у нас глаз, eyes – глаза. Ear – ухо, ears – уши. Подразумевается уже как две уши, да. Nose – nose – нос, mouth – рот. А также словарные слова на странице 63, да. A big elephant. A big elephant. Большой слон. A small mouse. Маленькая мышь. Small – это слово маленький. А mouse – мышь. И получается маленькая мышь. Посмотрите на диалог. Пришлю вам ссылки. По ссылке просмотрите два диалога. Третье упражнение. Прослушайте эти диалоги. Здесь в диалоге, да, Чарли, Лили, Лем, они играли с игрушками. Лили подошла к няне Роуз. Нанни, look at my ballerina. She's got blue eyes. В прошедшем уроке мы с вами проходили слова, да? She's got, has got и have got. В женском роде has got, да, she's got имеет значение, что он, у нее есть blue eyes, у нее есть голубые глаза. Няня, посмотрите на мою балерину. У нее есть голубые глаза. Look at my toy soldier. He's got brown hair. Посмотри на мою игрушку солдатика. Он имеет, да, или у него коричневые волосы. Oh, look at Charlie's teddy bear. О, посмотрите на мишку Чарли, да, Charlie's teddy bear, на мишку. На плюшевую мишку Чарли. Затем продолжение диалога. Teddy hasn't got any eyes. У Тедди нет глаз, да? А сегодня, вот смотрите, мы с вами проходим слово. В прошлом уроке мы с вами проходили утвердительное предложение. А сегодня учимся делать отрицательное предложение. Teddy hasn't got, has not got any eyes. У Тедди не имеет, да? У Тедди нету каких-либо глаз. Eyes – это глаза, да? Yes, it has. It's got two big eyes. Да, он имеет. Оно имеет два больших глаза. И с помощью волшебства, да, с помощью волшебства у Тедди появились глаза. Teddy hasn't got a nose. Тедди не имеет. У Тедди нету носа. И Чарли у нас печальный, да, огорченный. Yes. It has. It's got a small nose. Да, он имеет. У него есть маленький нос. И с помощью волшебства, да, няня Роза сделала нос мишке. Тедди очень сильно, Чарли очень сильно был рад, да? Charlie is very happy now. Thank you, Nanny. Чарли очень счастлив сейчас
Большое спасибо тебе, няня, да, няня Роза. Вот такой у нас диалог, очень интересный, да? Просмотрите видео, затем прописывайте словарные слова, а также стих I'm big, I'm big, I'm very, very big. Это у нас стих. Пишем стих, записываем. В тетрадке пишите словарные слова, а также стих. Полный стих, он на 117 странице, да? Можете его просмотреть на 117 странице и перепишите. А также обязательно голосовым отправляйте мне стих. Давайте вместе его прочитаем и переведем. I'm big, I'm big. Я большой, я большой. I'm very, very big. Я очень-очень большой. My ears are big. Мои уши большие. My nose is big. Мой нос большой. I'm very, very big. Я очень-очень большой. Это у нас поет слон, да? Слон у нас большой. И уши, и нос у него большие. Теперь поет мышка. I'm small, I'm small. Соединение A-L-L читается как all. I'm small, I'm small. Я маленькая, я маленькая. I'm very, very small. Я очень-очень маленькая. My ears are small. Мои уши маленькие. My nose is small. Мой нос маленький. I'm very, very small. Я очень-очень маленький. Пишем словарные слова, стих, а также голосовым отправляем стишок. The lesson is over. Goodbye.